Thank you.
Однажды поймали одного вора и привели его к правителю. Правитель спросил у вора, какое наказание за воровство. Вор ответил: если воровство совершается как профессия, то вору следует отрубить руку. А если воровство совершается из-за голода, то руку следует отрубить правителю. Вы не задумывались над таким вопросом? Почему в 91-м году Боря Ельцин залез на танк и триколором стал размахивать? Почему триколор? Ну, было красное знамя. А почему? Вот я тут беседовал с одним, кто геральдикой занимается. Думал, я говорю, ну а кто готовил вот эту? Это же геральдика. Триколор, двуглавый этот мутант, цыпленок. Ну, я понял, что они не знают. И вдруг мне присылают картинки. Памятник Власову в Соединенных Штатах. Стоит хороший памятник. Флаг триколор, рядом флаг Соединенных Штатов. А между ними вот этот георгиевский. Значит, и там написано, Власов говорит, придет время, наше знамя будет развиваться над Кремлем. Потом показывает, как Власовец уже дожил до наших дней, и он там вот гонит это же. То есть в статке Гитлера были американцы. И когда появился Власов, им же нужен лидер. Они ему аккуратно объяснили. Ну вот Германия там, конечно, и в России мощная, но Америка мощнее их. Чем мощнее ресурсами финансовыми, мы можем купить всех. Поэтому верьте, будущее вот то, которое вам указали. Потому что какой бы Власов предатель не был, он бы не пошел вот так. Российская освободительная армия, у всех на шифке триколор. Вот. И на Восточном фронте они воевали. Потом их снимали с Восточного фронта Гитлер. И ему, Власову, еще тогда объяснили, что вот закончится это столкновение, порядок в мире мы, американцы, будем устанавливать. Но нас устраивает только вот та Россия, которая под этим. И говорить теперь о том, что у нас не было Майдана, как Киев, был. И то, что американцы навязали хохлам, навязали нам. И этот триколор, и этот двуглавый мутант, который в виде приданого Софьи Приалок был. Почему? Что другого не было? Вот эти картинки, они очень для меня... Я думаю, если бы я их увидел раньше, то в записку бы они были вставлены. Вообще, образы информации действуют иногда больше, чем слова. Господин генерал Бергер, господа немецкие генералы, господа офицеры, друзья и братья, вчерашние военнопленные, сегодня вольные гражданские рабочие. Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа. Комитет освобождения народов России два месяца тому назад, 14 ноября 1944 года, указал пути, по которым идут народы России. Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Спасение своей родины от большевизма и для установления нового национально-трудового устройства в нашей родине. Классический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле
Мы не дадим ему воскреснуть. И сейчас та единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе. Вот поэтому мы ее и поддерживаем. Мы только просим от них, чтобы они нас тоже поняли. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Вы вообще бублик с дыркой. Вы вообще не понимаете, да? В культуре. В общем, сделали мне прививку от коронавируса. Никаких побочных ощущений нет. Чувствую себя очень хорошо. Всем рекомендую. Вы вообще бублик с дыркой. Вы вообще не понимаете, да? В культуре. Вы вообще бублик с дыркой. Вы вообще не понимаете, да?